Приветствую, я Николай Ковалевич, чемпион мира по тайскому боксу. И сегодня я научу вас, как правильно мотать бинты. Способов наматывать бинты великое множество, и у каждого бойца есть свой способ. Я вам покажу самый практичный для повседневных тренировок. Ну, как, допустим, вам сегодня предстоит отработка в парах, спарринге. Значит, смотрите, петельку мы закрепляем на большом пальце. Вот. Вокруг запястья необходимо сделать 3 оборота. Делаем 3 оборота. 2, 3. После этого нам необходимо обмотать каждый палец. Начинаем с большого. Делаем один полный оборот. Есть. Теперь необходимо перейти обмотать костяшки. На них приходится основная нагрузка. Их необходимо защитить. Здесь делаем 2 оборота. Хорошо. Теперь обмотаем каждый палец, начиная снизу, переход. Дальше. Переход. И последний. Переход. Дальше закрепляем. У нас остается немного совсем бинта, и мы закрепляем их на запястье. Длина этого бинта 3,5 метра. Это самая обычная длина для повседневных тренировок. Существует разное количество длины, и я рекомендую вам от 3,5 до 4,5 метров. С вами был Николай Ковалевич.